жена будет. Буду я. А есть какие-то варианты, ну, я просто не знаю, склонить эти варианты к субботе, есть такая возможность? Ну, к субботе, возможно, кстати, да. Вот я Потому буду. что в воскресенье для меня вообще трудно будет, потому что в понедельник надо с утра на работу. Да я, возможно, и в субботу, и в воскресенье буду. Я хуй его знает. Я-то в городе буду, но я, возможно, буду работать. Очень прикол. Так. Бля, сейчас я посмотрю, что там у нас по рынку. Что он не отлагает? Так, чё? И тогда этот ретрика. Ретрик нужен будет. И РДДшер какой-нибудь. Ну и если будет холипал, то холипал я лучше ретриком пойду. Конечно. Что, блядь, у меня холипал пиздец, как говяная здесь нахуй. Не знаю, где-то надо кадры искать, потому что это вообще жопа. Вроде бы собираться собираемся, а Блять, я состав. еще не помню, какой билд там на хули пало, ебаный. Так. Ну вот, видишь, тут еще много от ката зависит. Вот, Ну ЛРА ката. бы пошел с удовольствием, ката нет. Ну ката это время вопрос. Просто. Понятно, время не время, а 2 КД или 3 КД его не будет. Если бы не поставки, то я бы хуй сюда пошел с этим. Ну Вот вот, если бы не знаешь, поставки, я видишь. даже мне пофиг, вот если бы даже у человека была пятая ката, и у него был Эршама, и я прям увидел бы, что вот он играет своим классом. Блять, там я бы хоть ну, год даже ждал, чтобы он там третью кату свою сделал. Ну я бы его, ну я не знаю, одевал там все и было бы заебись. Так, Просто блять. получается, мы хотим играть одним спеком, а из-за того, что нету танков, вынуждены спекаться в танках. Нужно искать именно людей, которые хилами играют. Каких-нибудь няшных девочек. Так, 5, 5, 5, 5. Ой, да как же я? Ты танк. Ну и что, зачем тебе кто-то другой, кроме меня? Ну еще полипал. Шансунг, наш уговор, помнишь? 500 голдена. Так. Сейчас, блядь, шмот скину. Ой. Так, тени это кто? Лице. Угу. Даже 10%.
Я дальше потом стараюсь. Ugh!
улететь. Ой,
хочу тачку с открытым верхом. Джонни, напиши мне что-то в памяти, не могу найти. А, ключ к этому что? А, ключ к этому крэк. Вот дерьмо, твою мать. Кто-то хочет ПВП. Есть желающие. Что за ПВП? ПВП. Кто-то будет биться. Кому дать пизды? Есть такие. Кто хочет получить по голове? Я боюсь. Пошли идти за звездой. Есть смельчаки здесь? Пойдемте. Че, нету ретрика, что ли, блять? Один человек нашелся. Давайте снаружи инста сейчас состоится гладиаторский бой. Ты че, прийти навалять? Да. Я дуэлянт пока что. Идите, желающие, мы уже начинаем. Кто хочет навалять? Сейчас я спекнусь. Так. Зачем вы пытаетесь повод забрать? Чё, нам нужен один ретрик, если что так. Пойдём для папы это раз, для сальва это два. Что ещё? Ну, блядь. Прямо тут сейчас состоится бой века. Давай, кто будет биться со мной? Вар против ДК? Давай, дуэль. Так, кто там ДК хотел? Ну-ка, давай-ка. А баф на интеллект сними. Да, не надо ничего снимать. Разумные вары это не хуёвые вары, бля. Сними инту нахуй. Ну, блядь, как видишь, нету нахуй. Орёте, мастер, ты орёшь ретрика? Или нету ретрика? Да, и не только ретрика, а румная. Так, поэтому сейчас будет спирт еще билд. Можно мне сломать. Да, блядь, ты заебал ебаный Даларан, нахуй. Ты меня бесишь. Смотрите, как я его почти развалил. Видели, да, это? Почти. Так, ДК, ну, побежденный класс. Не буду с вами биться. Есть тут кто-то поинтереснее? Да уйди ты. Так блядь. Это ПВЕ ДК. Блядь, уйди. Сука, ты что, блядь? Так, мастер, ты вар, да? Ты какой, армс или прот? Угадай. Так, давай смотрим тебя. Протовар. ПВЕшный, да? ПВПшных нет шмот. ПВПшный случай. Он же ПВП протвара берут до 10, нет, это 4. Да что к тебе? Не достаю.
Куда-то... Молодец, блядь. Так, чё там улучшение, блядь, где? Пиздец, уже половина, мы еще, блядь, сидим, ёбаный. Чип похуй уже кого-нибудь дальше. Угу, я понял. Там две фазы по 103. Нужно подойти поближе. Это что ж такое? Слишком далеко. Я пока не могу. Я, кстати, переделаю их все. Мне хватает. Ну, вчера докупал, блять. Хорош. Вот это я понимаю. Нет, ДК не интересно. Ну пожалуйста, нет. Ну твой. Не, ну блять, я там. Не вижу ДК. Они уроды. Ой, я не заметил, как дуэль началась, давай заново. Ты просто завидуешь ДК. Да он рак просто. Чисто быстро, конечно, сука. Когда они бегают, врачен, ёб. Я ебу тупо ханхолик. Давай. Всем привет, я ебу собак. О, согласен со мной ебать-то? Я твои ботинки заебал в подвале, на. Так, хорош. Собак не трогай. Мать трогай, на собаку не трогай. А Лока это с третьей каты, да? Да. Блять. Так. Варпсик бы я дал пизды, я просто могу. Какой гомик еще найдется, который может бросить мне вызов? Блядь, где вы там осмелинчик-то нахуй? Поедаете, блядь. Так, что еще я не выставил? Так, это он. Нужно больше ярости. Ты с кем лез? О, ничего себе. Ты какой-то неубиваем. Ну да, я ж ДК. Так я ж в ПВЕшном танке всех ебу в дуэлях. Но я-то не все. Не всех ты ебешь, Даня. Так, Сумунч. Мои мастера пошли в иконы. Сейчас он будет записать то, что я видел, как я с кем-то дуил. Не видел, как я с кем-то дуил, я просто знаю. Ну, блядь, знаю больше. Ну чё, Войт, готов пизды получить? Ничего. Такая напряженная дуэль, не хочу это повторять. Так, сейчас выставлю киллбот. Мастер, я там 10 написал. Еще.
Добираю же похуй, ДДшник какой-нибудь. А, тут пол ДДш мой. А я собрал какой-нибудь на... Сколько у меня там? Ты какой собрал? 50-10. Да, я это электриков когда нужны. Вот это очень хуёво. Потому что мне надо будет, блядь. Пиздец. А где ебучий шредер? А он рейдер. Так. Алис, завязывай нахуй. Да я ж не поддерживаю. Он ебучий шредер. Так, Никита, Эрпал, Сакс, это кто? ПВПшер? Ничего, блядь. ММЛОЛ. Сука, Конта, ты такая кончита, бля. Сейчас, секунду, у меня что-то не то было. А, у меня, блядь, я понял. Ну, вам кто-то из ДДшеров говорил, что нет? Там писали, отписывались. Подожди, мне автоотмена дали просто стоит. Стоп, я сейчас на другой аккаунт зайду. Почему мне все показываются до 228-го левела? Что за хер? Альбом. О, лобо зачатки. Сейчас я дела не зайду. Блять, я спекнулся в холле пала. Чё там, ДДшеров нету никаких или чё, блять? Ну-ка, Вадь, прими сюда. Чё? Прими, дай. Не бей, нихуя не делай. Ты джелани? Так, а чё он не пашет-то? Кто? Макрос. Чё за макрос? Чё-то там такое? Чё у Джованни?
чем можно. Там макрос настраиваем. Может быть, давайте так будет. Дим, никто не пишет. Все пашет. Вообще не пишет никто. Понял. Бля, да ну нахуй. Чё, блядь, издеваетесь или чё? Может так уже потраим? Что, Джима не может заходить? Да мы не потраим так, потому что у нас не хватит ДПСа. Нам нужно, блядь, хотя бы чирик и чё. Бля, меня на автомате зашло. В общем. Поймите, люди, блядь, здесь, где он летает, нахуй, этот хуй. Сейчас нахуй беру. Нам не обязательно убивать, нам надо потратить его. Нам обязательно его надо убить. У него 103 ляма на первой фазе, 103 ляма на второй фазе. По нём дамаг увеличим. Тени, у тебя есть кто-то из друзей, у кого есть третья ката, убитый ЦЛК-25? А кто нужен? Желательно ретрик. О, ну-ка, блин, сейчас спрошу. Спроси. Или Холи Паладин. У меня автоотмена дуэли стоит, дикость. Где ты там, Джима? Ретрик написал, что не пойдет. Угу. А я из других ДДшников. ДД от ДД, который может дать ДПС нормально. Не, нету. Сука, хуёво. Да похуй, может быть, просто посмотрим. Ладно, заходите, пробуем 24 тела. Шредер, по всем к этот каски будешь раздавать. Все хотят, наверное, воронки лутать корову. Так. Моса, будешь говорить мне, чтоб я на тебя кулачок кидал. Если спадет. Давайте подбегаем быстрее. Кого на нас умон плюс счет. Так, здесь надо три танка. Винар, Микстурка. Кто пожирнее, Войт или Мастер? Войт. Войт также в танк. А ты хочешь Феникса с этот плевать где? Ну я смотрел этих асгардов в стрим. Они убивали в 3. Дим, заходи на ДК быстрее. А, блядь, ГБ поставьте. Войд, ГБ, фласки бери. Я возьму приплод с прот. ГБ тут поставь. Угу. Так, рыбу я взял. Сколько даем? По 2? Да, по 2 давай. Печеньки, обмен кидаем, даю припот. Кто-то посчитайте, пожалуйста, сколько. Ну, какой хулипал.
Кто-то посчитайте, пожалуйста, сколько в рейде РДД плюс хилы и сколько в рейде милики для количества, чтобы я фас накидал. И скажите в дискорд. Хилами сколько? Быстрее обмен печеньки, припота получаем. Миликов. Если РДД, вам надо дикой магии, соответственно, говорите. Сколько миликов? 11 миликов, 13 РДД. Дикая магия. Две, я не понял. Где фраза? Вас спонсируют сегодня фласками, блять, лопосос, нахуй. Ой, не то. Бери тоже, блять, припота. Может кто стрим запустить? Да, я буду забывать их пить постоянно. Ну так пей ее, выстави на единицу и пей. Или пропиши макросом. Может кто стрим, ребята, запустить? Надо кому-то еще припота. Теня, спамим, но будем пробовать сейчас так. Звездочки обмен. Фласки на силу атаки, на силу заклинания. Рыбу поставил, кушаем. Что, дальше не даешь из-за гуля? Ой, да. Рыбу едим. Шреддер по 7 каски, давай раздавай. Еще 10 фасок на силу заклинания не бежит. Кто-то не взял фаски. Да, я возьму. Себя, по крайней мере. Так, по тактике. Соответственно, ребят. Так. Войд с микстуркой. Идите сюда. Боже, не агрится, да? Вот только надо. Давай только быстрее. Смотрите. Босс агрит. Дим, ты начнешь первый. Соответственно, стоишь здесь. Танчишь его вот так вот. Ну, от рейда, соответственно. Боком. Дальше, ой, твоя задача, ты бежишь на следующую платформу. То есть босса бьют милишники, РДДшники находятся снизу. Внизу будет три хила, это будет бузер, карочка и тени. Вы будете внизу захиливать. Соответственно, мы, то есть Мидвей и Влад Тавр, мы будем захиливать сверху. Соответственно, вы что делаете? Дима, ты танчишь, ДДшники бьют сверху. Запомните это. Далее. Босс улетает, перелетает, пойду. Вой, ты его цепляешь. Если там никого не будет, соответственно, ты цепляешь его. Дальше. Здесь появляется ад. Ты его ведешь вот так вот, Дим. Вот так вот по краю. Алиса, в этот момент ты должна будешь снизу цепануть этого ада. То есть Феникса маленького. Здесь понятно. РДДшники. Ваша задача, приоритет. Когда вот этот феникс появляется, соответственно, его притягивает вниз, вы его бьете. Стоите на рейнже от него. Алиса, держишь его под этим. Считаю, по краю. Ну, я покажу еще как. Далее.
Милишники, вы перебегаете к Вайду. Соответственно, Рога, тебя на пул на каждого из танков. То есть, какой танк танчит, соответственно, в того и напуливаешь. Вой также, соответственно, так вот держишь его бочком. Появляется ад, ты его ведешь вот так, Алиса с тебя снимает. Дима, уже ты на следующей платформе. Надеюсь, понятно. Вот так вот вы должны меняться. Если вы так не будете меняться, босс будет стакать на нас повышение, бить его ешкой и повышать урон от магии огня. Надеюсь, понятно. Милишники, всю первую фазу, пока он вот так вот летает, соответственно, как он долетит, вот делать сейчас меточка череп, да, на противоположное с лестницы. То есть, кто танк будет там держать, да, кто следующий, перелетка у него обратно вот сюда в череп. Соответственно, сейчас я покажу, добегу. Блять, ботинки, где мои ДДшные? Вот, когда он в трусах будет, следующий танк должен будет перебежать быстренько к черепу. Здесь понятно. То есть отсюда, вот смотри, бежать тут дохуя. Вот отсюда, кто будет здесь танчить, это, скорее всего, ты, Дим. Да-да-да, ты, Дима, будешь танчить здесь. То есть ада с тебя забрали, ты побежал в обратную сторону, к черепу. Здесь понятно. Соответственно, он будет так перелетать, пока мы не сносим ему 103 ляма. Далее, Алис. Ну, надеюсь, вы поняли. Алиса, ты забираешь ада, держишь его вдали от РДД. Здесь понятно. Это примерно вот забрала ада и танчишь его где-то по вот этому кругу. РДДшники, ваша задача. Вы слили ада, играете также по боссу. Надеюсь, это понятно для вас. По хилам я все рассказал. Где, что, как. Далее, переводим на вторую фазу. Все становятся вот сюда на этот, как его? На этот, в этот кружок, соответственно, на этот пол. Дальше Феникс появляет, начинает его танчить Винар. На пол отдаете вы Винар. Далее, на этой фазе Войд, Микстурка. Босс будет, соответственно, для всего рейда. Босс будет кидать лужу, она такая светится типа огнем. Если вы стоите в ней, вас будет дымажить, во-первых, огнем и повышать на вас также урон, увеличивать от огня. Здесь понятно. Все, Мань, иди не шуми. Далее, босс будет исчезать, соответственно, не исчезать, а превращаться такой в метеорит, соответственно, подлетать вверх. Далее, в этот момент, ребят, вы набираете рейнджу между друг другом, рейндж 8-10. Надеюсь, понятно. Вы набираете рейнджу и смотрите вверх. Если у вас летит метеорит, с того места вы должны отбежать. Когда босс появится, соответственно, милишники, вы играете по боссу, РДДшники играют по адам. Будет два ада. Дима, один твой, Войд второй твой. Здесь понятно. Играете по адам, сносите адов, у босса уменьшается хп. Соответственно, там за ада вроде по 2 ляма, если мне не отшибает память. И все то же самое на этой фазе. Соответственно, милишник, он также будет превращаться в метеорит, взлетать вверх, все набирают рейнджу. Он приземлился, милишники бьют по боссу, соответственно, в спину. Алиса, ты отворачивай, я не знаю, кливает он, не кливает. Ну, не дышит огнем. Этого я не могу сказать. Будем чекать. Соответственно, РДД будет играть по адам. По тактике я вам все объяснил. Подожди, там еще один момент. Какой? Когда он в метеорите падает и летит к танку, между ним и танком нельзя стоять. Почему? Я не знаю, я в прошлый раз как был, говорили, что... Когда он приземляется, он не шотает, он наносит дымаг, это раз, и откидывает нахрен на дохуя дистанцию. Соответственно, от метеорита этого надо отбежать. Алиса, вон в чате пишут, что я... Да не от метеорита, медведь. То есть он метеоритом упал и бежит к танку. На траектории его полета, если кто-то будет стоять. Хорошо, на траектории танка, соответственно, танк будет танчить лицом вот сюда. Босс, лицом к двери. То есть смотрите метеорит, отбегаете за эту траекторию. Соответственно, отбегаете вот здесь. Алиса, ты находишься с этой стороны.
Посмотрим, интересно будет, наверное. Надеюсь, понятно. Ты находишься с этой стороны, стараешься утащить эту рыбу. Нет, Артём? Да есть, я чтобы бежать одевал. Хочу чек на готовность, на понятие тактики, фласки пропиваем. Фласки тут ДД нужны, спроты не нужны. Все готовы? Дим, как будет подлетать агри? Стоим на позиции. Что я в РДД стою в зоне, я не знаю. Милишники все подбегают наверх. Не достал. Надо ближе стать чуть. Еще раз пролетит. Антон надо на пулю. Поэтому. Я понял, успей. Я здесь с ним сам подарю. Локи, ханты на пульте. Я сейчас дверь на ключ закрою, не надо. Ём. Ебанулся нахуй. Кро. Ебаная сука. Моса, как ты умер, бля? Кро. Так, Влад, бэйрь. ДПС нам здесь нужен. Сразу пробафали. Алиса, зацепила Ада? Да. Перебегай, Дим. РДД, свечнитесь, Влад. РДД играет по Аду. Ада слили, играем в босса. Забери угля. Фени забирали. Алиса, забирай Ада. Забрала? Забери. Не, начала. Заберите, ебать в рот. Вы что, не видите моба? Воет, перебегать Алис, надо, воет. Воет, чё ты там стоишь? Давай бегом, блядь. Куда перебегать? На следующую платформу. Так не надо стоять просто так. Ты уже должен трусы быть на трусах. Все. Ёб его идти. Давай, Дима, пошел. Винарь, еще один фен. Блять. Кто спрыгнул, соответственно, на этот? Идем быстрее. Войт побежал на череп. Угу, вижу. Так я на черепе. Ой, блядь, чё проремно. Пиздец, я вниз падаю. Ебанулся, на. С каких процентов переход? Влад, блядь, на бегом туда. Прожмись. Блядь, Ипан ещё упал. А, я с садом. Ад на него сагрился, он вниз прыгнул. Я забрать не смог. Беги на следующую платформу, Дим. Бегу. Ой, иду. Лопасос, подними пана. Блять, обратно беги. Все вниз. Он сейчас кастовать будет. А, все вниз. Надо все вниз, быстро, быстро. Все, понятно. Ложимся. Нормально все. Забыл я про эту хуйню. У него по процентам каст или после каждого перелетки там череп? Каждый перелет. Так, смотрите, босса держите как-то неправильно. Во-первых, и по спине ему бить нельзя. А во-вторых, когда чаржишься на него или прыгаешь ему за спину, просто падаешь вниз. Угу. Он не водится, понимаешь? Босс не водится, он встал тупо, вы в лицо бьете. Можно ну, его так, оборачивать. А, получается, подожди, получается жопа у него висит в воздухе. Можно как-то его... Старайся нет. Этим поставить так жопой, чтобы он был... Он стоит, вы не поняли, он стоит, смотрит на платформе прямо, он не крутится.
Подождите, первый раз вы на черепе его ставили боком, он стоял боком. Там платформа, посмотри, какая видом. Вот, наверное, как-то боком он и стал. Нет, он крутится. Ну попробуй покрутить, в чем проблема. Короче, простой босс. Просто надо было... На, это даже первая фаза, какой нахуй простой. Посмотрим. А, конечно, когда ничего не знаешь, думаешь, что сложно. Мне это лично похуй, я просто бегал. Я аж тактики даже не слушал. Вот это плохо. Да хуйня, я так смотрю. Алис, погоди, Алис, для тебя, то есть, ты следишь. Ты не тупо бьешь моба. Ты должна отслеживать, если перелетает, сразу забрать трэш. Давай. А что ты говоришь, а не орешь? Нет, давай, пускай она с микстуркой бегает гусеницей вот по этим платформам, а я буду снизу ловить. Не надо. Микстурка, почему у тебя гроз сорвали? Надо, чтобы она притянула. Потому что кто-то сорвала гроу. Микстурку вниз, Алису на босса. На КД. Там она не тянет ничего, моб сам бежит вниз, пиздить людей внизу, которые стоят. Да мне какой-то притяжка нахуй не нужна, там вот и все, блядь, ебать. Давай я внизу постою. Пускай не нет. Хотя... Просто, мне кажется, у меня моб не будет убивать. Я не особо понял, что нужно делать наверху вообще. Тебе Медвей скажет бежать, в какую метку ты побежишь. Перебежал босс в одну метку, побежала в следующую, блядь, метку. Все. Так, давай, вот ты мне... Иди сюда, Лис. Ты вон там на пустой платформе поставь метку, там никакой метки нет, и невозможно понять, куда бежать. Где после квадрата следующая платформа на ней. Да, блядь, не могу. На релоу писать. Сейчас я попробую. Сейчас я поставлю. Соответственно, Дима стоит вот здесь на черепе. Где он ставит? Как его? Он ее ловит, ты бежишь в квадрат. Сразу же. Соответственно, когда, как его, он перелетит, соответственно, с Димы появится ад. Ада этого заберет Войд. Дальше. Ты бежишь через одну платформу вот туда в крест. Не достаю. То есть как босса с тебя с черепа снять? На, пойди. Дима бежит через платформу в крест. Соответственно, когда с тебя босс улетает в крест, ты должна будешь побежать к трусам. Ой, пиздец, как сложно. Ну, соответственно, Ада, смотрите, что Ад с вас не сорвался на ДДшера. Сразу же моментально. От ДДшера тоже не тупим. У Ада сразу свичимся. Чё, Алиса, сложного? Чек на готовность. А, фан. Фан. Баф есть? Микстурка агрит боссу. Прилетает к тебе, забираешь босса. Микстурка прибегает в крест. Она все поняла. Чек на готовность. МК там раздавайте быстрее только. Баф от еды у пана нет, ну похуй. Виби, готовы? Давай, Дим, как будет, сразу же... ДДшники не втыкайте, когда Феникс отбьем, надо рейндж набрать. То она уешит. Дальше. Когда скажу, сбегаете сниз в фиолетовый вот этот круг. На первой фазе. Что, агрим? Агри, агри. Кукачно пуливай на меня всех фениксов. Сейчас, подожди. Дим, забирай сразу. Сень, на пол микстурку дайте. Сука, в текстуру. Поднимаюсь, бля. А че не работает? Ёбаные рыбки, блядь. Включаю. Ты все выключил, ну боёк. Попробуй его прокрутить. Я его просто не могу бить, потому что нет жопы. Крутится он. Попробуй его поводить, Дим. Все, не водится, но крутится, крутится. Моб. Заберите моба. Забирай, забирай, будет.
Трэш. На хиле. Порвали. Просто весь бурс проебал. Трэш. А после трусов куда мне идти? Ну ебаный в рот, блять. На череп. На квадрат. А, да, на квадрат. Так, вот БРМ. Так, а что у нас? Сейчас будет, а не будет. Мос, АБР не вибен. Макаста еще нету. Только когда он в центр полетит. Дим, ты должен забрать его. Виби прохил. Какой телефон? Какая разница? Большая. Сейчас касты с черепом. Все быстро, опять, быстро, да? Все в этот, вниз. Все вниз, быстро. Дальше он череп вроде должен пойти. Давай, давай, череп. Это вся первая фаза, ну? Это не первая. Бузер, прохилься. Да, это вся первая фаза. 100 лямов ты гнитишь, ёбаный. Джованни близко стоял. Рынжу держите тоже. Лишний дмаг не... этот, как его не получать? Будет забирать меня. Как так-то? Как карочка умер? Моб убил. А, моб дышит нахуй, если чё. Аккуратно, Войт. Лопасос БР сразу карочку. Это моб как драконодор возьми. Он только не куглом нахуй, а как дракон дышит. Трэш. Подведите на край. Аккуратно, ребята, пробегайте через мому. Дима, прожмись. Блять, микстурка умер. Влад, БР. Прыгнули вниз.
На верхнем уровне. А чё Юка делал на верхнем? Таверчик. Ты смотри, Тавр, давай так сделаем. Так, что там у нас по этому? Танков-то я сейчас прохилю, думаю. Баф только раздали по танкам. Все, у кого есть БР, его... Ой, трупы. Так, у Карочки есть БР. А, не, у Карочки есть, и у Мосса, и у Юки. Не, у Юки нет. Карочка. Угу. Отлично, красавчик. А чем ты Юки поднял? Нормально. У него хил. Тоже. У него нет БР. У Мосса тоже нет БР. А, у Мосса тоже нет. Ну, залагало, я упал. Просто жесть. Кто залагал? У микстурки залагало, побежал прямо, получается, упал. Да все, почти убили босса. Это первая фаза. Нормально. Ну, он потом типа воскрешается, Феникс, да, хули. Да ладно. Не успею да, добежать, косты будут. Хильки. Алиса, или ты забирай, ты первая. Забери. Стаки вешает, тварь. Первый босс проебал, упал и пизда. Лишнее не надо. Гимну ману дайте. Я не могу его через текстуры забрать. Нужно подойти поближе. Ну что надо, чтобы... Да сразу, ну да, нахер эти текстуры сразу. Лес побежал к черепу. Быстрее, под анхоли стойкой только. Потом переключишь его в фаст. Бля, опять этот моб. Ребят, из танков цепляйте моба и подводите к краю, пожалуйста. Ну что, блять, опять килл лег. Как? Ну вы танки на. Алиса, прожми. Смотри, он в нем, говорит, появился и моментально улучшил. А он в таргет сразу его выбрал. Вниз спустя. Вниз, вниз. Викторка, ты тоже спустись. Подожди, тут не бьет, танк должен отсюда бежать сразу. А и там не везде бьет. Да, и ДДшники так же само могут стоять, что сразу потом бить будут. Я, блядь, думаю, нахера вы говорите, что мы ебаные в рот. Дима, прожмись. Вот это очень хуёво. Что хуёво? Дима, прохильте. Нет, бежать наверх. Дима, а зачем наверх? Вы снизу можете хилить. Танк к краю подходит, и хилы снизу его хилят. Классная идея, нравится. Сейчас. Сколько там персон? Не могу же, на первой фазе вроде нет Берси. Я помню, десятки она была, и, если не ошибаюсь, только на второй фазе она. Типа активируется на второй фазе? Да, вроде. Типа таймер идет с второй фазы, я так понял. Вроде так был, я точно не помню. Берса была точно. Я тут убивал его соло. Нет, 10. Тём, ты сразу можешь наперед уже бежать чуть к следующей платформе, если уж решился. Да, ты так уж
этот, как его? Стрэндж. А он каждый раз, когда пролетает на другую платформу, теряет хп? О, блядь, опять я эту хуйню попал. По-моему, сгорает? Мне кажется, что он по нам или два теряет после каждого. Или после каждого баунти. Я, он теряет это после каждого убитого трэша. Понял. Ребята, аккуратно. Спускаемся вниз. Быстро, быстро, быстро вниз. Трэш, отходите, чтобы вас не шотнуло. Лопасос как будет БР, БРиш Моссу, Моссу БРиш Як. Йойко. Ну или так. Ох. Вот мастер сейчас правильно делал. Я его раньше эту хуйню не заметил. Все, ГЦ. Убили босса. Нет. Первая фаза слили. Ну все, пока же кончилось. Вниз. На платформу и рейндж, да, насколько я помню? Ёпта, блядь. Танкильте. Прохил Алису. Прохил Алису быстро. Бегу. Читай на хп шансон. Так, лицом к входу. Алиса, держи этот, лицом ко входу этот винст. Быстро. Что вы делаете? Служи, выйдите. Служа, выходим. Метеор. Так, готовимся. Рэнджу набрали между друг другом. Ё-моё. Ушли, ушли с траектории. Феникс. Трэш ловим. РДД по трэшу. Милишники в босса играют. РДД в трэш. Трэш отведите. Служи. Милишники играют в босса. Еще раз повторяю. Разбежитесь, разбежитесь. Рейндж набрали. Да, блядь. Так, у кого там БР? БР-то меня. БР у лопососа через 35 секунд. Сейчас БР. Вижу, вижу. Я наверху. Сразу. Трэш активный. Боже, ушли. Да, служи-то я вышел. Панель, что главное, вышли. Трэш убейте, умоляю. Трэш убиваем, РДД. А где Юка лежит? Внизу? Тоже наверху. Нет. Смотрим за метеором. Рейндж набрали. Трэш появляется. Трэш, меня убейте. Вам трэш не надо убивать, когда он активный, блядь, босс? Боже. Блять, дикость сдох. Тавр, дикость бы. Рэнджу набрали.
Тут всем надо прожить. Нет. Там по Мелиху, Мауе, вроде, если они туда... Больно всем. Видишь? И вы должны отводить его. Не в центре держать. Блять. Как... Блять. Трэш. Трэш играем, вайда прохил. Карочка, БР не этого. Метеор, осторожно. Пошли, микстурку. Трэш вышел. Блять, теперь Саша сверлит. Не факт, что правда, но блядь. Ну, примерно плюс-минус. Ну, можно так сделать. Мелики, играйте по трэшу, отбегайте на лоу хп от него. Перед лицом только не бейте. Гера не было. Блять, надо было, да, Геру дать. Сейчас, погоди, метеорит. Бежали. Геру дали. Бузер Геру. Лужа. Лопасос есть, Тинер? Дай по медвею. На волха, блять. Ребята, пройдите этих или держитесь на РНЖ центром. Трэш поймали. Сейчас трэш хп снимайте, если его. Да, да, да. От босса убери, убери там, блядь, столько хп. Лужа. Лужа под боссом. Пиздец у нас. Трэш, уводите нахуй с центра в бок. Остальные в этот держимся. Блять. Уже уведи Алиса. Как все милики должны быть? Ахуя этого. Как его? Легло людей, нету БРов. Легли. Короче, круто. Но трэш, наверное, нужен, чтобы сливали трэш до того, как выйдет следующий. Правильно. Иначе ребят, думаю, скажу больше, сейчас, нам нужен ДПС. Сейчас меняем чуть-чуть этот, как его, стратегию. Ребят. Сливается все в трэш, пан сейчас покажет, где держать вам трэш, ребят. Сейчас систему дам. В какой трэш? На второй фазе? Да, потому что вы его дохуя кто отбегал, ну, отлетал от того, что взрывался трэш. Вам его надо примерно держать где-то с края платформы, около танка, примерно или слева, или справа. Вы ловите и отводите. Все остальные, как только метеорит, то есть приземлился, босс, убегайтесь нахуй в центр. Как только метеорит, то есть превращается в босс в метеорит, набираете ренджу. И все по новой. Стан проходят, так что можно станить этих. А что если танчить в два танка этого босса? Нет, турбо. Этот, видишь, прикол в том, то что этот. Можно в два танка, кстати. Но анхолики будут бегать. Ну, в анхоле стойки бежать будет один. Нет. Смотри, трэш можно подводить к краю.